философ Диоген считал бочку роскошным домом. Ну что ж, в ней сухо, тепло, пахнет приятно. Правда, я думаю, тесновато. Наши предки нашли этому сосуду другое применение. В бочках солили капусту, делали вино, хранили воду. Считалось, что дерево обладает целебными свойствами, поэтому из него делали еще и разную посуду. Чем здесь пользуемся этой посудой? У нас прадеды пользовались, были дома, бабушки были, у дедушки были, у отца это все было. Дома у Надежды Андреевны Жуйковой из села Узей-Тукля много деревянной посуды. Чтобы испечь удмуртские лепешки табани, она замешивает тесто обязательно в липовой катке. Муж приносит дерево домой, вот эти доски он сушит в печке. И вот люди заходят и говорят, чем у вас так пахнет каким-то деревом. Из можжевельника делаю кружки, бутенки, фляжки. Можжевельник, он сама у него структура красивая, аромат приятный. Вот, люблю вас с можжевельником работать. Лесной народ. Так называли и называют удмуртов. Территория, на которой они живут, наполовину занята непроходимыми чащами. Или, как говорят здесь, великим лесом. Так что к дереву у этих людей особое отношение. Дерево дает из корня, из покон, силу человеку, энергию, теплоту. Оно приносит радость людям. И как-то всегда пища вкуснее там получается. Она живительная, я считаю. Сын Надежды, Андрей, мастер долбленой посуды. Делает ее из цельных стволов деревьев, выдалбливая сердцевину с помощью простых инструментов. Самое сложное – убрать внутреннюю часть. Бывает, 50% они лопаются. Эту технику надо нам учить и учить, и учить, как они наши раньше делали старики. До появления долото и скребка человек в качестве посуды использовал дуплистые стволы, созданные самой природой полые объемы. Наши как бы родственники пчелы в дуплах держали, хранили мед и как бы там развивались полностью. Отсюда, как мы скажем, пошла домашняя утварь, посуда. Хранили зерна, крупы, молоко, сметану. Пожалуйста. Великому лесу местные обязаны не только интересным ремеслом, но даже и чертами своего характера. Люди в Удмуртии невероятно трудолюбивые, терпеливые и настойчивые до упрямства. Иначе дерево им не поддастся. Ну, первые годы угол, если не подходит, допустим, делаешь там катку на 20 литров, угол не сходится, и психуешь, и все, и по новой там строгаешь, фугуешь, угол снимаешь, клево это, диаметр уже меньше и меньше приходится обрезать. Вот и получается вместо 20 литров, 10-литровое получается, и так было, да. Кроме теста еще ведь используем деревянную посуду. И для кваса, вот у нас квас стоит. Чашки, ложки деревянные бывают, но это только в больших праздниках семейных достаем, как бы припоминание наших предков. В Удмуртии очень долго, практически до сегодняшнего дня, сохраняется ну, вот такой внутренняя этика. Это народ, который христианизировался достаточно поздно, ну, по сравнению, допустим, с Коми. И вот в удмуртском сознании вот это вот родовые ощущения, они очень яркие, очень сильные. Бондарь Николай Тарасов из местечка Старая Монья на каждом своем изделии ставит особые символы, которые в Удмуртии называют пусы. Я свою пентаграмму придумал на основе старинного пуса, так сказать. Пуса, ну, это по-нашему пуса. Родовые эти знаки были. Вот. И бабушка говорила, вот у нас такой пус был. Пус полагается знаком собственности, но на самом деле это не столько знак, вот не столько означенность принадлежности, сколько сакральное обстоятельство владения вот именно этим пространством, этим предметом. Я имел к этому еще одну палочку добавить к этому. И получился такой ТН, Тарасов Николай. У бабушки вот так было, у родителей. А потом вот эту палочку не добавили, а я уже добавил вот эту вот для себя.
Чужой знак собственности маркирует ценность рода, принадлежность рода, которая сама по себе сакральна. Начало 90-х годов, как я вот помню, на рынке старики продавали свои бочки. И меня очень это интересовало. Я к нему постоянно подходил и обещался к нему вот прийти как-нибудь. Но я жалею, что я этого человека потерял. И вот можно было еще тогда начинать это все делать. А вот пришло тяжелее все же достигнуть изготовления бочки. Сейчас я вам расскажу, как в Удмуртии солят огурцы. Для удмуртской засолки обязательно нужна деревянная бочка. Ну а специи абсолютно такие же, как для засолки в стеклянных банках. Перец, укроп, хрен для того, чтобы огурчики были ядреными. Для аромата можно положить лист вишни или смородины. Но при этом огурцы получаются совсем другими. Дело в том, что дерево лучше стекла сохраняет полезные качества продукта и придает им особый вкус. Но есть еще один секрет. В старину мало того, что солили в бочках. Их еще обязательно опускали в речку, озеро или пруд и держали подо льдом всю зиму. Что, Стас, здесь завязано? Привязана наша бочка. Думаешь, замерзла толсто? Ну, давай попробуем. Сколько я наслышан от наших старожилов, бабушек, дедушек, их хранили в прудах тех, которых родниковая вода постоянно наполняла и была достаточно прохладная. Она как термос придавала определенную одинаковую температуру, и огурец сохранялся свежим, поспевал, то есть вкус дерева впитывал в себя, специй всяких. Огурцы оставались не кислые, ядреные, красивые, вкусные очень, ароматные. А когда им надо было, зимой прорубали прорубь и доставали бочку. Когда-то гурманы из самой Франции охотились за огурчиками из деревянного бочонка. Русские купцы не санками, а целыми вазами отправляли соленья за границу. Я очень хорошо помню, как вот в моем детстве деревенском заготавливали капусту. Это вообще был большой праздник, который так и назывался капустник или капустки. Вот и бочонок достали с огурцами с проруби. Ядреные, хорошие. В старину, конечно, целили в больших бочках, потому что доставали и излишне продавали на рынках. А нынче солю вот в таких маленьких бочках. Если большую бочку достать, куда его обратно в пруд не опустишь, а тут раз открыл, когда гости собираются, какой-то праздник, вот какие праздники, мы достаем вот эти бочки, и целый ритуал нынче. В большой колоде с помощью сечек рубилась капуста, перекладывалась в ведра и затем относилась в погреб. Именно в погребе и стояла та огромная бочка, которую невозможно было вытащить наружу, потому что она была очень большая и тяжелая. Бочки для меда, для соления капусты, для огурцов. Вот бочонок из липы. Это как раз вот для меда. Если взять бочонок из дуба, то есть появляется горечь. А липа все-таки мед собирают из цветка липы, так ведь и... Здесь все-таки своеобразный аромат, то есть он меду не придает лишних запахов. И на самом деле здесь, на самом деле мед хранится очень в хороших условиях. В музее-заповеднике Сергиева Посада воссозданы интерьеры старой крестьянской избы. Предметов из дерева там всегда было много. Вот здесь у нас в экспозиции печной угол или бабий кут. Каждый, кто входил, мыл руки под рукомойником над лоханью. Здесь же рядышком подойник. Когда коровку покупали у кого-то в доме, то просили вместе с коровкой продать подойник.
чтобы как бы взять то молоко, которое корова давала, чтобы его не было меньше. Бандарных изделий у крестьян было много еще и потому, что медные стоили дороже и продавались только за наличные деньги. А вот деревянную утварь вполне можно было и обменять. Обычно детей отправляли в поле, чтобы они накормили своих родичей, которые в это время были на сенокосе или на жатве. И вот в этих бандарных сосудах они носили напитки в поле. Водопровод появился в городе в конце 19-го, начале 20 века. Так, что было до этого? Пожарные, огромное количество воды для питьевой воды. Все это бочка. Чем быстрее развивались города, тем больше воды они потребляли. Квасоварни, конюшни, кузнечные, бандарные мастерские. Для всего этого требовалось так много воды, что водовозы едва успевали доставлять ее. Помню речку, помню спуск страшный к реке. Возница давал мне вожжи. И мы вдвоем, даже сколько мне было, 7-8 лет, вот мы ведром из проруби доставали ледяную воду, и я сам за рулем этой кобылы таранил эту бочку наверх. Удивительный вопрос. Почему я водовоз? Потому что без воды вот вам песня. То есть и советское время, 20-30-е годы, и 40-е, и 50-е еще достаточно. Бочка плодотворно трудилась вот на поприще народного хозяйства. Наверняка каждый из вас слышал выражение «топорная работа». Мы так говорим о грубом, неумело сделанном предмете. Между тем, лингвисты считают, выражение это появилось в речи плотников. Дело в том, что с древних времен, вплоть до 18 века, главным орудием труда у русских людей был топор. Им кололи дрова, тесали доски, получалось не очень аккуратно. И впрямь топорная работа. А вот когда появилась пила, доски стали выходить ровными и гладкими. Мастера прошлого все делали вручную, и процесс изготовления бандарных изделий занимал много времени. Алексею Першину из удмуртского села Сергино работать сегодня гораздо проще и быстрее. Бондарь заготавливает клепки. Так называются доски, из которых будет собрана катка. Для того, чтобы собрать катку, нам понадобится железный обруч. Катка у нас будет на 20 литров. Можем приступать. Алексей собирает остов будущей катки. Здесь нет ни одного гвоздя. На доски не наносится клей. Просто одна клепка идеально подгоняется к другой. Процесс напоминает шитье юбки, только делают ее из дерева. Остов, который еще без дна. Самое сложное в этом деле – вдеть последнюю клепку. Процесс подходит к концу сборки остова. Зажимы можно теперь убрать. Собьем поплотнее клепки. Вот давайте на ровной поверхности, вот на табуретке. Теперь мастер делает в будущей катке выемку, которая называется утор. Вот, прорезали утор под донышко. Идеально вымеряет, а затем выпиливает дно. Вот, прорезали утор под донышко. У-у-у. Ну, можно сказать, катка готова. Осталось посадить
деревянные обручи. А Надежда, супруга Алексея Першина, нашла оригинальное применение отходным материалам бандарного производства. Ты сейчас торгаешь, получается, можжевеловая стружка. Эту можжевеловую стружку она использует в подушках. Вот хотя бы этим помогая, не выкидывается материал. Прочитала, что можжевеловая стружка, она укрепляет нервы, улучшает память. Стали применять. Вот они. Удмуртская бережливость и любовь к дереву. Ни один сучок не пропадет зря. Обруч крепко-накрепко стянет клепки и придаст катке благородный вид. Обруч разомнем. Вот у меня один мастер сказал, чем, говорит, будешь заниматься. Токарить будешь или, говорит, мандарным делом заниматься? Я посмотрел на катку что-то, давай его попробую. И вот с тех пор, 16-й год, занимаюсь изготовлением кадушек, ушатов, кружек, бочонков, ковшей. В основном изделия это конической формы. Тем более у нас не винодетельский край, север, да. Ну все, катка готова. Теперь можно солить капусту. Мечта у меня овальные бочонки делать, научиться. В принципе, сам все знаю, но пока вот руки еще не доходят. В деревянных бочках делают ром, виски, бренди, коньяк. Коньяку, например, дерево придает красивый янтарный цвет, мягкий пряный вкус, богатый аромат. Между прочим, этот французский напиток может пахнуть и шоколадом, и орехами, и изюмом, и черносливом. Существует более 50 различных оттенков. И все эти ароматы появляются у коньяка только благодаря выдержке в дубовой бочке. Несмотря на расхожее мнение, никаких ароматизаторов в коньяк не добавляют. Есть в древесине такое соединение органическое, которое называется лигнин. Когда мы заливаем в бочку спирт, спирт вступает в реакцию с древесиной. В процессе длительной выдержки соединение может синтезироваться до 700. Но, например, в комплексе 45 таких соединений могут быть похожи на аромат ванили. А если заменить из этих 45 7 на другие соединения, то это может быть уже аромат, похожий, допустим, на аромат корицы. То есть это нормальное такое свойство человеческой психики, человеческого мозга, да, что он воспринимает именно то, что ему ближе. Французские коньяки выдерживаются в бочках, которые делают всего лишь из одной породы дерева – красного дуба. Каждое дерево отбирают очень тщательно. Подходит только то, которому не меньше 100 лет. В древесине дуба есть пористая структура. Если мы механически ее нарушим, бочка будет протекать. Вот это очень важный топор, который используется в производстве бочки. Чтобы нам из вырубленного дерева, грубо говоря, бревна, получить отдельно клепки, бревно нельзя распиливать, нельзя разрубать, нельзя резать. На него нужно, нельзя воздействовать механически. Французская коньячная бочка в процессе изготовления в буквальном смысле проходит огонь и воду. Ее обязательно обжигают и сбрызгивают, чтобы затем в сложных реакциях со спиртом родился напиток, который по праву называют ликером богов. Затем бочка живет, отдает дубильные экстракты, ксилоза, тахины. Вот почему мы ощущаем вкус особый вот в этих напитках? Потому что это дерево с богатейшим составом вот этой химической части. Это огромное искусство, которое как бы скрыто от нас вот, в профессии, но тем не менее это вот удивительно совершенно. Это наследие, то, которое мы получили вот, из прошлого. Спирт разлили по бочкам, бочки отправляются в специальный погреб. Там происходит вся магия коньяка.
французы все очень красиво и романтично. Они очень часто называют испаряющийся спирт в процессе выдержки долей ангелов. Исходя из такой логики, испарилось из бочки, ушло воздух. Воздух – это небо, а на небе живут ангелы. И вот в самом слове «бочка» Бог, он чудо. Вот если в славянской транскрипции вот этих, так сказать, той азбуки, которую Кирилл и Мефодий оставили нам в наследство. И это вот тот опыт объемного самоощущения, который дает вот эта, казалось, простая форма. Мир устроен по принципу шара. Бочка тяготеет к такой округлости, которая, собственно, есть модель мироздания. Но это какая-то такая сакральная тематика, которая, в общем, с точки зрения антропологии, вот, очень тесно связана с вот, телесностью человека. С давних времен Русь славилась своей баней. И все приезжие иностранцы удивлялись, ну как эти русские выдерживают такие высокие температуры до 100 градусов. Секрет прост. Все наши бани строились исключительно из бревен, а дерево не боится экстремальных температур и совершенно безопасно в парилке. И сегодня ни одна банная процедура не обходится без бондарных изделий. Наверное, больше всего заграничных гостей поражала все же не температура, а одна исконно русская банная забава. Ну что, мы все приготовили для непосредственно запарки веник. У нас есть веник, у нас есть шайка, у нас есть приготовленная вода и есть желание правильно запарить веник, чтобы можно было им париться. Мы приготовили чуть-чуть тепленькую водичку. Ни в коем случае не рекомендуется заваривать веник в кипятке, потому что иначе у вас здесь получится чай из березы. Шайка используется деревянной, желательно из крепких пород древесины. Для того, чтобы, когда мы шайку не используем в бане, она не сужалась и не рассыхалась. В советское время многие бандарные изделия ушли из нашей жизни. Деревянные шайки заменили на более дешевые, металлические. А сейчас уже, возвращаясь к истокам своим, именно к русским традициям, мы уже используем бандарные изделия для того, чтобы это эстетически было использовано в бане, и люди могли гармонично присутствовать непосредственно в парилке. Ну что, приглашаю в бар. Деревянные купели, они использовались также очень давно. Если мы из купели сольем воду, то она будет протекать. И поэтому эта особенность купели, она должна быть постоянно наполнена водой. Вот. А если она наполнена, значит, она должна быть интенсивно использоваться. То есть она так и подразумевается, что, наполняя купель, мы людей сподвигаем к тому, чтобы они постоянно прыгали в нее, обливались водой, ныряли туда. Снова появляются шайки, снова появляются ведра, снова появляются большие такие бочки-купели. Они выполняются по той же самой старинной технологии, из тех же самых пород дерева. И хорошо, если это действительно не умрет, а получит развитие. По крайней мере, мне кажется, что это будет. Люди начали понимать, в натуральном доме лучше жить. С натуральной посуды, в натуральной посуде все лучше получается. То есть это мы возвращаемся обратно к природе, как бы ближе к природе. Уже настолько все эти железки всем надоели, что хочется тепла, уюта. А дерево, оно всегда дает вот это тепло и этот уют. Удмуртская традиция очень четко прослеживается вот эта идея одушевленности всех частей мироздания, всех. Листочек, который упал в колодец, прутик, который, так сказать, нельзя, так сказать, взять без разрешения, так сказать, не спрося у духа природы. Тем более дерево как символ мироздания. В
Древние люди верили, что дерево – это живое существо, которое похоже на человека. И действительно, если присмотреться, крона – это голова, листья – волосы, ветви – руки, ствол – туловище. У каждого дерева, как и у каждого человека, есть своя энергетика. Наши предки отлично знали об этом и умело этим пользовались.